Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога, перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Він дуже любив футбол. І він підтримував футбол. И болел за Киевское «Динамо» еще со времен Щербицкого, он курировал. И у него эта любовь сохранилась, он очень много помогал и мне, и когда Григорий был президентом. И вы знаете, что он был неразрывно связан с футболом, у него хватало времени целый день отработать и приехать на матч. Он практически ни одного матча Киевского «Динамо» не пропускал. На международные матчи ездил. Ну, мудрейший человек, советы мудрые были. И ну, мы должны в целом говорить, что он сделал не только для футбола, а для всей Украины. Он нам дал независимость, за которую сегодня борется вся страна. «Динамо Киев» грає благодійні матчі. Чи задоволені тим, як відбувається і це з благодійної точки зору, і зі спортивної точки зору? Ну, прежде всего, со спортивной точки зрения это было на втором плане. Первым мы хотели провести эти матчи, чтобы показать, Украина жива, футбол в Украине есть. Есть футболисты-профессионалы, которые выходят на футбольное поле, выполняют свой долг. Они могут выполнять свой долг, я считаю, на футбольном поле. Да, есть исключения, конечно, что многие ребята записались в тероборону, тот же Алиев, например. И они выбрали, но они закончили с футболом. Это разные вещи. Богданов, ваш колишній футболіст. Да, Богданов, ну, такое рвение души, защищать свою страну с оружием в руках. Ну, прежде всего, это только благотворительность, чтобы помочь собрать средства, которые помогли бы нуждающимся, а их очень много сегодня, вы прекрасно понимаете. Нам удалось провести этот тур, я бы сказал, его назвал бы первым туром. Почему? Потому что мы будем продолжать дальше. Мы будем продолжать дальше, мы ведем переговоры. Нам, к сожалению, удалось сыграть с одной топ-командой, это Боруссия Дортмунд. И результаты даже финансовые показали, что это есть разница. 400 тысяч евро было зібрано, показали в продовж матчу. Есть какая-то новая информация? Это в продовж матчу было собрано. Еще они дадут отчет, они отчитываются перед нашими посольствами и перед Министерством соцполитики. Поэтому я думаю, что будут дополнительные суммы. Даже поляки сказали, что кроме всего прочего, спонсорства еще какие-то деньги поступают. Легия, да? Да, Легия, да. Но я думаю, что если бы мы играли бы с топ-командами, с которыми мы, в принципе, имели договоренности, тоже ПСЖ и Манчестер Сити хотел с нами сыграть, но у них не было возможности. Сейчас будет подготовительный период, мы будем готовиться к квалификации Лиги Чемпионов. Естественно, чем просто играть товарняки, мы будем пытаться играть эти благодейные матчи для того, чтобы помочь нуждающимся. Каждая копейка, она необходима. То план на межсезонье – это не просто сборы, а конкретно благодейные матчи? План на межсезонье, я вам могу сказать, что мистер собирает команду 15 числа и планирует собрать ее в Киеве. Планирует собрать ее в Киеве и провести тренировочно, если это позволит обстановка, естественно. Пока она на сегодняшний день, в принципе, позволяет. Я вот на базе живу сейчас, все поля готовы, все готово, поэтому мы первые там втягивающие там 10 дней без сборников хотели бы, как обычно, провести в Киеве. Потом выехать и готовиться уже к Лиге Чемпионов. Ну, готовиться таким образом, чтобы играть и благотворительные матчи. Какие это могут быть клубы? ПСЖ, вы сказали, это реально топ-клубы? Смотрите, надо график клубов смотреть. Мы будем раньше же готовиться. Там же клубы будут в отпуск многие. Но мы будем искать клубы, которые чемпионаты начинаются раньше и пытаться играть с командами, которые соберет как можно больше зрителей. Играть просто для того, чтобы были пустые стадионы. Но приходит много украинцев, вы видели, поддерживают лозунги на трибунах за Мариуполь, за Бучу, за все пострадавшие наши места. И это очень важно. И я считаю, что мы должны это продолжать. Я знаю, что и «Шахтер» будет это делать. И
дай Бог, чтобы сборная Украины выступила, и это будет огромный подъем тоже для всего украинского футбола. Сегодня посмотрим товарищеский матч сборной, тоже он благотворительный будет. Поэтому каждый должен делать то, что он может делать. Очень сложно договориться с ведущими клубами. Я постоянно на контакте выезжаю, договариваюсь. Ну и надеюсь, что нам удастся. Интер может быть, да, и такая информация. Интер может быть. Милан дал добро, но вот Боря включился резко в борьбу за чемпионство, и понимаете, и не могут. Они говорят, а выставить дублирующий состав и играть на Сан-Сиро никто не придет. Поэтому будем стараться. Будем стараться находить такие команды, которые собирали бы полные стадионы. Вот игра в Боруссии Дортмунд, 35 тысяч зрителей, это дорогого стоит. Ігор Михайлович, чемпіонат прийняли рішення заморозити, немає чемпіона, але ви посіли друге місце в контексті Єврокубків. Вас це, які були у вас емоції, коли ви дізналися, що да, от все-таки Шахтар виходить в Лігу чемпіонів, вони отримують там одразу великі гроші. От мова про фінанси, в першу чергу, а не про результат. Сказати вам відкрито, ніяких не було емоцій. Чому? Тому що не мало значення. Це чемпіонат не доігран, він написано в регламенті, якщо... Согласно регламенту, были бы мы на первом месте, значит, мы попали в Лигу чемпионов. Ну, так сложилось, так получилось. И тут нет никакой обид, никакой зависти. И мы будем бороться, попытаемся попасть в Лигу чемпионов. Как максимально постараюсь сохранить состав, вернуть легионеров, стоят задачи. Вернуть тех, кто поехал там, Вербич. Вербич, Кинзера. Постараемся. Естественно, у них должно быть желание. Но надо понимать, будет ли чемпионат. Будет ли он проходить. Даст Бог, чтобы был мир, и мы провели его в Украине. Если нет, значит, надо думать, где его проводить. Потому что я ж не понимаю, может, в следующем году, если мы не проведем чемпионат, вообще будем ли мы играть в Еврокубок. Поэтому надо об этом думать. Надо разговаривать с Федерацией футбола. Они должны... взять инициативу на себя, провести консультации с УЕФА и выбрать тот маршрут, который будет удобен для украинского футбола. Но мы не можем похоронить футбол, потому что потом мы его будем... Война закончится, поверьте мне, закончится. И закончится нашей победой, когда я не могу сказать, и вы не можете сказать. Но... можно сохранить, а не восстанавливать потом на руинах. Поэтому я считаю, что футбол надо сохранить. Это будет отдушина для многих, для тех же воинов, которые борются на передовой. Мы поддерживаем, кого можем, кто обращается в клуб. Мы поддерживаем всех. И я вам, вот Чаус, например, вы помните, бывший Десны, позвонил, не хватает бронежилетов, тут же были переведены деньги ему на карточку. Для его обороны купили там столько, сколько надо бронежилетов. Но делаем то, что можем делать на сегодняшний день, чтобы помочь. Но кроме всего прочего, я подчеркиваю, что точно так же, как журналисты, как вы работаете, понимая, в тяжелых условиях, точно так же футболисты должны работать. Каждый должен делать то, что он умеет делать лучше. 27 числа УПЛ оголосила, я не знаю, офіційно чи ні, ну вже точно відомо, що 27 числа клуби збираються. І наскільки я розумію, що має бути в цього дня прийнято якесь рішення, яке буде податися на затвердження, де далі проводити чемпіонат? Ну, я сподіваюся, що таке рішення буде колегіальне. Треба ж розуміти, яке стан у клубу. И возможно ли, если не чемпионат, не в Украине, могут ли они собрать команды, могут ли они выехать? Какая будет помощь тем клубам, которые не могут это сделать? Нельзя же бросить, а не можешь, нет грошей, как кто кажет, то и ты не принимаешь участие. Надо помогать, надо совместно выработать какое-то решение и провести чемпионат. Насколько я понимаю, допустим, есть клубы, которые готовы выехать, если надо, проводить чемпионат. Правильно ли это решение? Нет, это тоже надо согласовывать, наверное, на самом верху. Да. Цікаво, от яка ваша позиція? От моя особиста, да, от чемпіонат в Україні проводити неможливо. Тому що ну, будь-яка точка, в неї може прилетіти багато. Воєнний стан. Ми з вами зараз стоїмо, що у нього в голові, блін, ми ж ніхто не розуміємо. Він зараз запустить сюди щось і все. Тому такі міри предосторожності ви ж бачите.
Я понимаю так, что надо выработать правильное решение, посоветовавшись, естественно, с офисом президента. Но это должен делать же не я, это должна делать Федерация футбола. Я надеюсь, что Павелка это сделает, и мы выберем лучший вариант для проведения чемпионата. Потому что обсуждать, что чемпионат можно проводить во Львове, сегодня прилетело во Львов там определенное количество ракет. Проводить чемпионат в Киеве, но мы можем провести даже чемпионат в Киеве, поймите. Есть Кола-стадион, есть центральный стадион, есть стадион «Динамо», есть «Оболонь». А кто гарантирует, что туда что-то не прилетит во время футбола? И люди будут на трибуне, невинные вообще футболисты, зрители пострадают от этого. Поэтому, когда военный стан, то мне кажется, что нельзя проводить чемпионат в стране, а надо выработать правильное решение. Но не проводить его тоже неправильно, поймите. Мы должны показать, что мы живы, мы играем в футбол. Их и Россию исключили из футбола, абсолютно правильно исключили. Потому что вот когда какая-то несправедливость, наши, как я кто кажет, уболевальники высказывают это. И на трибунах, и громко кричат, вы знаете. И щось я не так роблю, меня теж с тем же Луческу. Ну, я же не бросил футбол, правильно? Я продолжал футбол. А их исключили, исключили. И правильно сделали. Пускай они уйдут с нашей земли, и тогда, может быть, их простят, как кто кажет. А говорить о том, что сегодня кто-то не... Виноваты все, что они напали на Украину. На мирную страну, которая никому не угрожала. Это моя... спортсмены, да, я в том, это моя... разделять. Нельзя разделять никого. Значит, кто-то сделал неправильно, должны остановить. Спортсмены – это мощная сила. Это мощная сила, в болевальнике, в которые могут выйти на те же матчи и показать свой протест. Ну, мы говорили, что мы братья, а братьев убивают, режут, насилуют. И как такое может быть вообще? Один из вариантов проведения чемпионата – Польша. Ну, розглядають, принаймні, цей варіант. Ви для себе десь вже підраховували, скільки треба грошей зібрати, щоб провести хоча б, там, я не знаю, перше коло в Польщі? Ну, я не рахував, но... Ну, якісь там, я не знаю, Європа допомога. Ну, треба розуміти, во-первых, скільки буде стоїти проживання. Треба розуміти, скільки буде стоїти аренда стадіону. И из этого исходить. У меня есть, естественно, в голове средняя цена проведения сборов, допустим, которые проходят на 2 недели. Летних, зимних сборов, допустим. Но это надо умножить на количество дней, наверное. Это легко делается. Но в состоянии ли все другие клубы потянут это? Но мне кажется, что если мы хотим провести чемпионат менее затратно, его надо провести в каком-то одном, в одной стране. Допустим, та же Турция, много полей, есть стадионы, можно провести. Вы же поймите, в Польше же тоже проходит чемпионат. Если нам дадут какие-то второстепенные поля, где мы будем играть на огороде, это же нереально. А клуб, допустим, Легия даст нам свой стадион, допустим, они играют в субботу, а мы должны принимать какую-то команду там в пятницу, или дадут или нет. Мы с Шахтером иногда делали так, что мы играли на Динамо для того, чтобы сохранить поля для Еврокубков. Это очень сложный вопрос, и надо вести переговоры. Ну, не в состоянии клубы сами без Федерации футбола и УПЛ и нашей премьер-лиги решить эти вопросы. Ну, они говорят, что 27-го это має бути вирішено. Будем смотреть, как это будет. Питання по Ю-19. Ви знаєте, Рух дограє матчі, це впливає на вашу турнірну таблицю. Вас це якось зачепило, те, що от Рух намагається дограти матчі? Ко мені обратився президент Руха, він говорить, у мене є можливість вперше в історії поіграти в Лігу чемпіонів. Ну, предоставьте нам такую возможность. По идее, если утвердили календарь в премьер-лиге, вы прекрасно понимаете, надо было так же, как оно есть, так оно есть. Как доигрывать? Я же мог тоже сказать, давайте пускай Шахтер Зарей сыграет. Мы сыграли, они не сыграли. Можно было найти много причин. Ну, нормальный человек, который развивает футбол, вкладывает деньги в футбол. Пускай проведет эти два матча, выиграет, займет первое место, мы будем через квалификацию тянуть и молодежную команду. Тобто Рух с вами консультировался, вот это цікаво. Консультировались, и абсолютно я не возражал, я не голосовал за, но я не возражал против того, чтобы не поднимал, вы же видите, никаких вопросов. Нету, мы играли в этой Лиге чемпионов, мы знаем, что это такое. У нас талантливая молодежь, кроме всего прочего, скажем, ну, очень многие окажутся в первой команде.
Поэтому готовы ли мы 17-летними ребятами так достойно играть в этом году в Лиге чемпионов или нет, мне сложно сказать. Это зависит, как они подготовятся. Но, кроме всего прочего, если у Руха получится, и мы пройдем Лигу чемпионов, так мы будем играть тремя командами. Мирча Луческу залишается тренером «Динамо», правильно? Ну, вообще вопросов. Да это даже, я не знаю, что там пишут в интернете, все. Это вообще даже не обсуждалось. У него контракт до 2024 года, и он хочет работать. И идея благотворительных матчей – это его идея. Это, я считаю, очень правильная была идея. Я ж неоднократно говорил, я очень благодарю все министерства и офис президента, которые поддержали и выпустили наших ребят. Сегодня могу сказать, что наш автобус со многими, со всеми практически, да, все практически, кто и выезжал у 19, те, кто не остались в сборной, все вернулись в Киев. Сегодня видел их на базе. Ви зачепили трошечки тему збереження команди під Лігу чемпіонів. Наскільки от для вас важливо продавати футболістів зараз в фінансовому плані, якщо будуть пропозиції? Ну, фінанси нужны завжди, ви розумієте. Щоб строїти команду на перспективу, фінанси нужны завжди. Но время такое, що хотілося б сохранити команду. Да, може бути, хтось і уйде. Ну, было предложение хорошее по Миколенко. Мы его отпустили. Хорошее, 20 миллионов, хорошее предложение для клуба. Если будет предложение по каким-то и нашим двум-трем игрокам, мы тоже, естественно, отпустим. Но это не значит, что я готов сегодня распродать команду. Вот это питание. Потому что вот чутки, Динамо, вот распродается. Вот смотрите, меня обвиняли в том, что я вывожу команду, чтобы ее распродать. Этого не произошло. Я даже не пытался этого делать. Чтобы убрать все чутки, все разговоры, команда не распродается. По отдельным футболистам, если будут предложения, по отдельным, тот же Цыганков, например, и оно будет устраивать, опять-таки, три стороны, покупающий, продающий самого Цыганкова, мы рассмотрим это. Но должны быть предложения. Но есть другой же вариант. Можно же распродать, вы же прекрасно понимаете. Цыганков стоит, допустим, 20-25 миллионов, к примеру. А ты что за него пропонуешь? Да, ну, вообще, я просто говорю, что на сегодняшний день такая цена рыночная, образно говоря. А мне предложат 5. Я скажу, знаете, я продаю. Это значит распродать. Я не на базаре, я не распродаю товар, как говорят. Но это футболисты, живые люди. Я хочу, чтобы им было прежде всего хорошо. Они получают зарплату на сегодняшний день и находятся в сборной месяц. А футбольный клуб «Динамо Киев» платит им зарплату. Бюджет «Динамо» залишается на том же уровне? Ну, мы, естественно, он не может сегодня быть другим. Почему? Потому что сотрудники клуба работают, поля обслуживаются, инфраструктура обслуживается. Вы можете рядом пройти на «Динамо» и посмотреть, в каком состоянии поле. И точно так же в детской спортивной школе все сохраняется, поэтому за счет чего может уменьшиться бюджет? Все, за счет чего? В офисе работает то количество сотрудников, которое сегодня необходимо. Люди начинают выходить на работу, ну, кроме всего прочего, люди выходят, потому что им надо кормить свои семьи. Я никого не уволил, никого не сократил, мы продолжаем работать. Как будет дальше, мне сложно сказать. Будем смотреть, насколько это затянется. Все ждем нашей перемоги. Спасибо вам, Игорь Михайлович. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.